рада приветствовать вас на моем канале. Продолжается сезон заготовок на зиму, и сегодня я с вами поделюсь вкусным рецептом салата из зеленых помидор. Для приготовления салата из зеленых помидор мне понадобится 3 килограмма зеленых помидор, 1 килограмм болгарского перца, 1 килограмм моркови, 0,5 килограмма лука, 1 головка чеснока, 1 острый перец, пучок зелени, это укроп и петрушка. Также 2 столовые ложки соли, 5 столовых ложек сахара, 150 мл 9% уксуса и 250 мл растительного масла. Итак, приступаем к приготовлению нашего салата. Итак, овощи я все порезала. Я порезала вдоль крупной соломочкой. Помидоры также. Морковку можно потереть на корейской терке, если у вас есть. Нет, я тоже порезала соломкой. Лук и острый перчик порезала. Сейчас все это я соединю и будем добавлять соль и сахар и хорошо перемешивать. Я хорошо перемешала, добавила туда соль и сахар, и это оставлю постоять примерно 30 минут. Тем временем я хорошо порежу мелко зелень и через пресс выдавлю чеснок, либо если у вас нет пресса, можете просто мелко-мелко его порезать. Так, прошло полчаса, я в овощи добавила измельченный укроп с петрушкой и чесночок. Сейчас все я перемешаю, постоит минут 5 и будем добавлять уксус и масло. Итак, постоял у меня салат 5 минут. Сейчас я сюда вливаю растительное масло 250 миллилитров и уксус 9% 150. Хорошо перемешаю и поставлю на плиту на огонь. Значит, варить буду столько, значит, с момента закипания будет вариться у меня ровно 35 минут. Красивый, аппетитный и вкусный салат из зеленых помидор у меня получился. Я надеюсь, мой рецепт вам понравится и пригодится. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам хорошего, приятного вам аппетита!